Итак, ребята, снова всех приветствую. Сегодня я покажу один способ, как с помощью моего фонарика можно добыть огонь. Значит, самый обычный китайский фонарик, у меня где-то на канале есть на него обзор, можете найти, посмотреть. В общем, как с помощью фонарика можно развести огонь. И, ну, уже многие знают, что с помощью батарейки может развести огонь. И мне на канале также это все уже присутствует. Но на днях у меня пришла одна мысль в голову, что у меня линза на фонаре называется рыбий глаз. И она выглядит как линза. Я думаю, через камеру вам будет видно, что она выпуклая. И вот это вот мне именно привело на смысл, что если это линза, то линзой должно получиться у нас распалить огонь. Я только что попробовал, мне это удалось, но я линзу, когда держал выпуклой стороной вниз, мне почему-то ничего не вышло. Хотя я с детства знаю, что обычно мы именно так и пользовались линзой. И значит, мне так ничего не получилось, я продолжал экспериментировать, и я когда перевернул выпуклой стороной вверх, у меня все прекрасно зажглось. Ну давайте теперь я вам тоже это все покажу. И, значит, в качестве растопки я буду брать самую обычную жженую тряпочку, как бы другого у меня распаливающего материала сейчас дома не находится. Но я думаю, что если мы зажгем и жженую тряпочку, в принципе, и другие легко воспламеняющиеся вещи нам можно будет зажечь с помощью вот этой вот линзы. Ну что ж, давайте попробуем. Я, конечно же, постараюсь показать как можно более подробно. Но я не думаю, что у меня все получится. Я хочу как бы и показать вам. В общем, жженая тряпочка. Всем видно, что она не горит. Самая обычная линза. Ну, не самая обычная, с фонарика. В общем-то, приступаем. Как видите, сейчас секунду сфокусируемся. Все прекрасно загорелось. Так что, ребята, еще вам один способ на заметку. Вдруг в какой-то ситуации у вас не окажется огня под рукой, но у вас будет фонарик наподобие моего с выпуклой линзой. Имейте в виду, что добыть огонь с помощью этой линзы можно, только почему-то в моем случае мне пришлось выпуклую сторону повернуть к солнцу. Обратной стороной, если я переворачиваю выпуклую сторону, значит, к распаливающему материалу, почему-то ничего у меня не выходит. Все, спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!